Всем доброго времени суток, друзья. СК9060 на связи. И сегодня мы разберем такую тему, как перки в игре World of Fishers. Разберем, что качать, что профитнее и так далее. Смотрите, для начала, что такое перки? Перки — это навыки вашего персонажа. Найти их вы можете, нажав на вот этот вот значок. Заходите и попадаете в вот такой вот интерфейс. Это и есть ваши перки, линейки прокачек и так далее. Вот эти перки подразделяются на три подразделения: рыбак, рыба и разные, так сказать. Смотрите, для начала хочу сказать, что вкладывая очки перков, игрок поднимает уровень своего перка, который автоматически начинает уже давать свой бонус. Смотрите, давайте для начала разберем интерфейс, все по порядку. Значит, свободных очков 105, вложено очко 566. Что это такое? Свободные очки — это очки, которые у вас сейчас есть, которые свободные, которые вы можете вложить в тот или иной перк. Вложено очков — это общее количество вложенных очков во все перки, которые вы вложили. Дальше вот такой значок обнулить, нажимая вот этот значок обнулить, вы обнуляете все свои перки. Соответственно, и бонус за них вы уже не получаете. Можете потом вкачать правильный, так сказать, перк, который вы хотите. Делать это на ранних левелах не советую. Советую оставить на потом. Так как в игре существуют разные методы прокачки и навыки, которые вам будут полезны на начальных этапах, на поздних этапах уже будут бесполезны. Далее очки продажи. Что это такое, ребят? Вы можете нажать на клавишу купить и купить очки перков. Свободных очков продажи 95. Где эти очки брать и вообще в целом, что это такое? Смотрите, вы можете купить очки перков за голду. Допустим, 44 очка перков, 188 голды, да? Если я куплю 95 очков перков, то у меня исчезнут все очки у продажи. Где эти очки брать? Покажу на наглядном примере. Вы получаете новый уровень, 2 очка перка обычных и 5 свободных очков. Вот это вот белая шестеренка и крючок, такое же, как и обычные очки перков. Вот здесь только белая, серебристая. Вот это и есть эти очки в продаже. Дальше, смотрите. Поехали дальше, дальше, дальше. Где все же таки достать перки, свободные очки перков точнее, и поехали. Для начала, вот как я сказал, вы можете их купить. Затем, также перки вы можете достать в сундуках, вот таких вот наземных сундуках, они у вас рандомно, и в некоторых сундуках могут выпасть очки перков. Дальше могут перки эти попасть вам в кладе. Смотрите, такой небольшой нюанс. Здесь есть тоже перк кладоискатель, который увеличит цены сокровища на 100%. Если у вас в складе выпало 6 перков, с прокачанным вот этим навыком вы получите 12. Вы поняли, как это работает. Но мы к этому еще вернемся. Дальше, за получение нового уровня игрока вам отчисляют 2 очка перков свободных. Но, опять же, нюанс. С прокачанным перком бонус вам начисляют, а соответственно при повышении уровня игроком добавляются очки перка равных уровню перка бонус. Опять же, к этому вернемся, так как наболевшая тема многих игроков. Дальше за квесты. Допустим, квест Cowboy Joe. За вот такие подзадания выловить по игроку с пользой спиннинг 15 кг. Вот вы одно задание выполняете, получаете вот одно очко перка. Видите, вот здесь одно, вот здесь одно, здесь два. И в конце бонус награда за 5 заданий, получаете 5 очков перков. Думаю, понятно. То есть за квесты. Дальше. За ежедневный ход в игру вам также дают очки перков. Не всегда, там есть вот такая линейка, и на какой-то определенный день вам дадут очки перков. Дальше. Пьедестал. Пьедестал, пьедестал, ребят. Смотрите. Вот здесь за первое место дают 20 очков перков. Вот я думаю, понятно. За второе 10, за третье 6. Ну, вряд ли вы попадете на пьедестал, если вы, конечно, не дед Санек. Я его здесь постоянно вижу. Это, скорее всего, пенсионер, который сидит, просто играет в рыбалку, которому делать просто нечего. Я не знаю, как он это делает вообще. 7900 рыб это поймать, это он вообще не спит, не ест, ничего. Ну да ладно, не будем об этом. Но если вы задрот и решили просто зайти в игру, то рвите пьедестал, конечно, не отрываясь от компа. Дальше поехали.
Самый главный профитный способ, конечно, это покупка VIP. Вы покупаете VIP на 3 дня, получаете 6 очков перка, на 1 день 2 очка, на 30 дней 60, там на 90 дней 180, на 180 дней 360 очков перков свободных. То есть покупаете VIP, еще вам перки сыплются, это, я считаю, просто идеально. Дальше медали. Смотрите, допустим, медальный ихтиолог. За определенные медали, такие вот как ихтиолог, дают очки перков. Вот на последней степени 200 очков перков дают, вообще шик. Дальше. Ну и, ребят, в принципе, все. Если чего-то не сказал, опять же, дополните мне в комментариях, пожалуйста. Поехали, не будем тянуть кота. Смотрите, заходим. Разбираем. У нас есть рыбак, рыба и разные. Что это такое, какое различие между этими вкладками? Если вы пришли в игру надолго, на максимально долго, то вот эту вкладку рыба советую не трогать. Советую трогать эту вкладку рыба только тем игрокам, у которых цель следующая. Вас попросил друг докачаться до 10 левела, вы не знаете, как быстро прокачать 10 левел. Вы просто качаете вот краснопера, который увеличивает, каждый уровень увеличивает на 15% опыт за красноперку. То есть качаете этот навык, идете на локацию озера, тихая вода, ставите стрекозу и ловите красноперку, поднимая при этом быстрый левел. За 3 где-то реальных часа вы поднимете 10 левел, и друг вам скажет спасибо. Дальше поехали. То есть, если вы будете играть в эту игру с очень большой перспективой и очень долго, то вот эту вкладку советую вообще не трогать, так как здесь дает только опыт, который вообще в целом не нужен. Почему опыт не нужен, ребят? Потому что, смотрите, в этой игре RPG-система, и здесь квесты. Выполняете квесты, вот у меня на 29 левеле открыто уйма квестов, которых я не успеваю просто проходить. Они открываются, открываются, открываются. Здесь очень много квестов. Поэтому не надо спешить поднимать уровень. Ребят, уровень придет, придет. А вот, допустим, следующие перки могут вам более, так сказать, пригодится. То есть, если вы прокачаете 50 левел, а у вас будут траблы с серебром, то это, опять же, будет непрофитно. Вам придется качать навыки серебром и так далее. Опять же, не советую качать левел. Чем больше левел, в принципе, тем сложнее дальше качаться, и все в этом духе. Поэтому те, кто говорит, что нужно качать левел, потому что вот снасти закрыты, и нужно быстрее и быстрее додолбить этот левел же, не занимайтесь мазохизмом, пожалуйста. Вам, блин, на рассказывают. Смотрел я очень много видео по вот этим перкам, и люди такую чушь просто порят. Неудебенную, ребят, простите, не рекомендую к просмотрам это видео детям до 18 лет. Поехали. Вы новичок. Вы новичок, вы пришли, думаете, какой же мне перк прокачать? Спрашиваете в чате. Спрашиваете в чате, и вам советуют: качай бонус и харизму. Правильно это или неправильно? Если вы новичок, то вам посоветуют, скорее всего, качать бонусы харизму, и это будет правильным вариантом ответа. Почему? Бонус стоит качать, если с первого левела, с первого левела по 50. Если вы не вкачали бонус на 7, то дальше уже качать смысла никакого нету. Точно так же вот бонус номер 7 уже с 40 уровня, начиная качать, смысла мало. Сейчас я все это объясню. И харизму. Смотрите. Харизма увеличивает награду на 10% опыта и серебра при выполнении заданий квестов. Опять же, если вы новичок, то вам нужно от чего-нибудь отталкиваться. В принципе, фармить рыбку вам еще рано, чтобы зарабатывать серебро и опыт. Поэтому вам, как ни крути, придется выполнять квесты. И вот харизма существует для того, чтобы новичку, так сказать, дать какой-нибудь старт. Чтобы новичок мог отталкиваться от чего-то. Играя с донатом или без, даже не играет роли. Все равно харизму на 2, на 3 вкачаете все-таки. Дальше вернемся к бонусу. Вам посоветуют качать бонус. Возможно, правильно сделают, возможно, неправильно. Почему? Потому что, смотрите, объясняю. Вообще перк идеальный, потому что свободные очки перков достать в этой игре очень сложно. Наверное, даже сложнее, чем голду. Но нет, скорее всего, не сложнее, потому что за квесты очень много перков вы можете получить, свободных очков перков. Так вот, смотрите, бонус, да? Вот у меня сейчас 29 уровень. Мне игроки советуют качать бонус. Возможно, я вот сейчас бонус на 5 вкачаю, на 5 качаю, как будут свободные очки, но на 6 и на 7 мне уже придется очень думать, потому что... Как это работает? При повышении нового уровня вам даются 2 обычных очка опыта, не очка опыта, а свободных очков навыков или перков.
2 стандартно, и вот бонус за, вот соответственно, перк бонус. 4 у меня сейчас прокачан, то есть, соответственно, при достижении 30 уровня, я получу 2 стандартных и 4 наверх. Это 6 очков перков я получу. Соответственно, если у вас будет бонус на 7 прокачанный, то я получу 9 очков перков в сумме за достижение 30 левела. Если у меня на 29 левеле будет прокачан бонус на фулл. Я думаю, это понятно. Но, ребят, не спешите радоваться, так как, смотрите, если у вас сейчас 29 уровень, да, и вы вложите 125 очков перков, то среднестатистический игрок, который просто не умеет думать, подумает себе: ага, откроет калькулятор и начнет считать. 125 очков перков разделит на 5 бонус, так как 5 бонус стоит 125 очков перков, разделит это все, получит 25 уровней. И думает: ага, 25 уровней. В принципе, 25 плюс 29 выйдет 54 уровня, и за 54 уровня я уже получу эти 125 очков перков. Да, на самом деле, ребят, он получит 125 очков перков, но не этих, что он вложил 125 в бонус. А почему не этих? Объясняю, ребят. Потому что, чтобы прокачать бонус на 7, вам нужно 700 очков перков. 700 очков перков. И как надо считать? Я сейчас объясню. Смотрите. Первый бонус вы вложите 25 очков перков. Второй 50, третий 75, четвертый 100. И вот это вам надо просуммировать. То есть суммируем 25, мы суммируем 50, потом 75 суммируем. Суммируем 100 и 125. В итоге получаем 375 очков перков. Нам нужно для того, чтобы прокачать бонус на 5 в целом. Чтобы прокачать бонус на 5, нам нужно 375 очков перков, да? И вот мы уже эти 375 мы разделяем на 5, на перк бонус, и получаем 75. Эти 75 мы прибавляем к своему левелу, то есть 29 уровень, и получаем 104. То есть на 104 уровне вы окупите свой бонус. Бонус, если он качан, будет на 5. Соответственно, математику вы поняли. Учитесь считать, ребят. Соответственно, если это будет бонус 7, то 700 очков навыков, 700 очков навыков, а вы прокачаете бонус 7, я не знаю, ну, к 50 уровню. Допустим, 700 вы делите на 7, это получается 100. И где-то на 150 уровне, ребят, на 150 уровне вы окупите только вот этот бонус 7. Это учитывая то, что вы прокачаете бонус на 7 на 50 уровне, если не позже. Соответственно, ищите альтернативу. Хотите качать? Качайте. Советовать я ничего не буду, так как объясняю сейчас. Слушайте очень внимательно. Перед тем, как начать играть в эту игру, поставьте себе цели. Какие цели вы ставите? Вылавливать клады, опять же, ну, такое себе цель, это не цель. Это как дополнительный заработок, я бы сказал. Но все же, поставьте себе цель. Хотите вы купить все снасти в игре? Вот эти вот, все купить и так далее. Хотите ли вы быть мазохистом и качать уровень постоянно и быстро, чтобы дорасти до 200 уровня, это максимально быстро, и начать ловить каких-то полосатиков? То качайте профессионала, конечно же, вот рыбный день, опытные навыки, которые увеличивают, ребят, опыт. Но опять же, не советую. Вот это вот сейчас я зря сделал, кормичи прокачал случайно, обидно, конечно. Вот теперь посмотрите, ребят. Нажал я случайно вот сюда, да, листая вот это вот все. Вот здесь есть по 50, по 10 и по плюс 5 вкладывать по. Всегда пусть у вас стоит на плюс 1. Всегда на плюс 1. Почему так? Сейчас объясняю, потому что если у вас будет стоять на плюс 50, вы просто можете вложить в ненужный навык свои очки. Давайте я, допустим, вложу бонус сейчас, чтобы... И вот так вот. Чтобы не влаживать очки куда-то в левые очки, точнее в левые перки. Да, вот так вот будет лучше. И соответствую, советую вам держать все вот это вот здесь на единице. Так вот, с бонусом мы разобрались. Стоит качать новичку, да, и в первую очередь. Если вы не прокачали уже до 50-70 левела, то качать смысла его нету. Дальше объясняю, какие альтернативы могут быть. Опять же, вам нужно определиться с целью в этой игре, что вы хотите сделать. Если вы хотите купить снасти, то, соответственно, качайте торговец, менеджер, там, допустим, рыбный джокер, да, вот, трофейщика обязательно и рыбака. На ютубе смотрел видео и слышал, где один игрок, который снимает видео, куда же вкладывать перки,
говорит такую следующую вещь. Нужно рыбака до 25-го качать, это будет 50 серебра за каждую рыбку, это новичкам вообще супер, там улетите, блядь, в космос. Ребят, это тупой человек, простите меня, потому что, который не умеет считать. Объясняю, чтобы прокачать новичку рыбака до 25-го левела, посчитайте, сколько вот этих свободных очков ему надо. У меня сейчас на 29-м левеле всего 671 очков, я и наполовину не прокачаю вот это вот, за вот такую сумму. Возможно, прокачаю там, я не знаю, на сколько? Ну, на 8, на 9, на 10, да, рыбака? Это 2 серебра всего будет. И то, это ерунда. Это абсолютно ерунда. Сейчас объясню, почему. Потому что новичок не может прокачать рыбака до 25 левела. Вы прокачаете рыбака до 25 левела, ребят. Я не знаю. Наверное, скорее всего, на 70-м левеле, учитывая то, что вы качали бонус, харизму и так далее, ну, как минимум. Или, если вы забиваете на бонус, то вы вот рыбака вообще, я не знаю, когда прокачаете. Понимаете, в чем соль? То есть, бонус вам дает свободные очки перка, которые с уровнем появляются. Вы его качали, зарабатывая свободные очки. А так, без этого перка вы укачали в рыбака, и вы не зарабатываете уже свободные очки. Вообще минимально. Откуда-то у вас приходят эти свободные очки, то ли с квестов, то ли откуда, и вы сюда их вкладываете. Это вообще ерунда. И, соответственно, выходим, что рыбака можно укачать на 100-м, я не знаю, где-то левеле. Фул. И стоит ли оно того? Смотрите, за каждую рыбку у вас получается по 2 серебра, то есть 25 на 2 умножаем, 50 серебра мы получаем за каждую рыбку. Много это или мало? Объясняю, листаем вот чуть-чуть сюда вправо, у нас навык трофейщик, каждый уровень увеличивает на житель стоимости зачетных экземпляров на 0.1. И теперь посмотрите, сколько стоит вот трофейщик 10, 75 очков начиная. Вы качаете трофейщика на фул и рыбака на фул. Будет примерно по стоимости свободных очков одно и то же, а то еще трофейщики меньше. И вот теперь... Посчитайте, ребят, посчитайте, сколько вы убьете на трофейчик очков и сколько вы профита получите. Объясняю. За одну рыбку рыбак дает по плюс 50 серебряных монет. Если верить людям, то смотрите, за 100 получается рыбок, вы умножаете на 50, получаете аж 5000 серебряных монет. Ого-го-го-го. А теперь объясняю. На 100 уровне, блин, за полосатика вам дают 5000 серебряных монет за одну рыбку. 5000 серебряных монет за одну рыбку. Вы понимаете, что это такое? То есть на 101 рыбку вы уже отобьете вот эти все очки. То есть за одну рыбку вам просто дадут вот эти очки. И так далее, и тому подобное. Ну блин, это профитно, это не профитно. Соответственно, также вот есть навык трофейщик, который увеличивает множитель стоимости зачетных экземпляров на 0.1. Да ёлы-палы, прокачайте трофейщик, объясняю. За рыбку 5000, ребят, если у вас прокачанный навык трофейщик, вы получаете 10 тысяч, 5 тысяч сверху. А зачетная рыба у вас каждая шестая, каждая седьмая примерно. И вот посчитайте. Сколько вам вот отобьет трофейчик серебра и сколько вот этот донный навык отобьет. Никого не слушайте, блин, думайте своей головой, учитесь считать. Вам сейчас блогеры вот эти нарассказывают, которые далеки от игры. Он зашел в игру и он уже начинает рассказывать там что да как надо и так далее. Да, ребят, даже бывалые игроки вам сейчас в чате понаписывают, что где ловить и какую щуку на окорок новичкам без доната, которые играют. Ловить надо. Не слушайте никого. У вас есть своя голова на плечах. Думайте и анализируйте. Обязательно. Надо думать и считать. То есть, опять же, вот посчитайте, сколько вы за трофейчика за одну зачет получите, которая каждую пятую, шестую рыбку, и сколько вот за рыбака вы. И посчитайте и сравните. Где больше? Да, трофейчика вот в миллион раз больше вы заработаете и быстрее. Вот вам. Чистый пример. Дальше, соответственно, за бонус. Смотрите, при прокачке навыка бонус вы ничего не делаете, тем самым прокачивая уровень, повышаете себе свободные очки вот здесь. Навык хороший, но опять же, если вы на 50-м левеле, возможно, стоит присмотреться к энтомологу. Почему? Потому что 150-й где-то левел, да, допустим, 150-й будем брать, вы прокачаете себе... Бонус, точнее, смотрите, вот есть бонус, да, вы прокачаете его и до 150 левела будете расти. И думаете, правильно я вложил? Но альтернатива, вот допустим, энтомолог дает 100% шанс получить наживку за летающего насекомого, злого жука плюс 1 золото. Как это работает? Смотрите, если брать 150 уровней, да, и за вот эти 150 уровней, если учитывать то, что вы за один уровень ловите одного золотого жука, пока фармите один левел. То есть мы, получается как, 150 уровней умножаем на
одного золотого жука получается, а тут получается, смотрите как, за золотого жука нам дает 1 золото, плюс с этим навыком уже 2, то есть 150 умножаем на 2, получаем 300 голды. За 300 голды мы можем, во-первых, вот эти вот очки купить, 150 очков вот этих, и уже почти это энтомолога отобьем, это раз. А во-вторых, смотрите, мы тратим вот здесь сюда 200 очков перков свободных. Объясняю, за сколько вы отобьете эти 200 очков перков. Для чего качать энтомолога? Энтомолога качают для того, чтобы проходить ботаника. Каждое задание ботаника проходите ежедневно, получаете вот одно очко перков. И за 200 дней вы отбиваете себе за 200 дней все эти очки, которые вы убили на энтомолога. То есть советую качать. Очень хороший навык, и я вот после бонуса наляжу на него, так как хочу получить двойной профит. И опять же, никого не слушайте. Смотрите, так вы еще помимо того голду получаете и халявную наживку, заметьте, халявную наживку за то, что убиваете насекомого, и задание ботаник тоже дает наживку. Ну, опыт это копейки, и вот эти тоже баллы статистики, это тоже хорошо. Плюс еще ботаник дает 10 халявной наживки. Короче, вот навык, допустим, альтернатива бонусу. Опять же, вы тоже уйдете в бонус большой или плюс. Но советую качать все-таки вам и бонус, и энтомолога. Но для начала советую харизму, конечно же, вкладывать. Харизму вкладывать. До 2-3 где-то. Если вы новичок, то харизму на 2-3 качаете, вам этого будет достаточно. Для разгона, так сказать, для разгона аккаунта это будет с головой. Дальше. Бонус прокачали, харизму прокачали. Рыбака, ребят, на один вкиньте, чтобы прокачали вот трофейщика дальше. Может, рыбный жор. Вот вам навык рыбный жор, допустим. Обязательно. Смотрите, если вы хотите выигрывать все турниры подряд, если вы хотите быть там призером, чемпионом и так далее, то рыбный жор, соответственно, качайте рыбный жор и ихтиолог. Вот, эти два перка снижают максимальное ожидание клёва рыбы, то есть поклевка будет намного быстрее. Для турнира в этом асхем это раз. Во-вторых, чем выше вы левел, тем советую больше упираться на рыбный жор и ихтиолога навык. Это два навыка, которые очень нужны на высоких левелах. Вы поймете дальше, почему я в игру клиниваться не буду и так далее. Смотрите, опять же, если вы мазохист, то качаете вот это вот все на опыт, но не советую. Дальше, вот такой навык, как чемпион, разберем. Каждый уровень увеличивает количество золота за рекорд по рыбе на 1. Смотрите, если вы там задрот блокнота какого-нибудь, вы смотрите, находите ерша полосатого, рекорд усыхает, и бегите и ловите вот на 250, получается, граммов этого ерша, получаете за него золотишко, потом с прокачанным вот этим перком вы получаете уже намного больше золотишка. При максимальной прокачке 10 золота за рекорд. Если вы 10 рекордов в день поставите, то 100 золота получите. Соответственно, вот так можно, допустим, добавить золото, да? Ну, конечно, не знаю, если это надо уметь. Рекорды надо... Перед тем, как ставить рекорды, это надо, ребят, все уметь. Дальше, смотрите, кладоискатель, допустим, такой. За этот навык, смотрите, увеличивает цену сокровищ на 100%, да, стоит 75. Но на 75 не смотрите, так как перед тем, как прокачать этот навык, вам надо прокачать еще бартера, который стоит 50 очков, получается. 50 свободных очков перков. Поэтому вот мы уже 75 плюс 50 суммируем, получаем 125 очков перков. Еще вот альманах, который снижает стоимость переезда, нам даем. Это все не профит, на альманах вообще не качайте, забудьте. Бартер снижает на 5% первоначальную стоимость покупки заданий квестов. Это вот эта хрень, смотрите. Допустим, не могу я пройти квест, не могу выловить форель итальянскую. И вот нажимаете завершить. Это вот этот навык уменьшает, получает стоимость уже. Снижает, да. Так вот, в принципе, и еще альманаха добавляем, и уже получаем 140 свободных очков перков. Стоит ли оно того? Я думаю, что стоит, так как, смотрите, клады у вас в игре достаточно часто попадаются на протяжении всей игры, и, соответственно, в кладах вы можете выловить те же свободные очки перков. То есть, если даже 140 очков перков вы потратите на кладоискатель, качая там бартер, монахи и так далее, ну, ихтиолог я не беру, потому что ихтиолог это вообще супер навык, его по-любому надо качать. Так вот, 140 очков, да, и получается, что мы делаем? Мы ловим клад, в котором есть свободные очки перков. Допустим, это будет 6 свободных очков перков, с этим навыком у вас будет 12. И вот считайте, мы 140 просто делим на 12, вам 11 кладов таких надо поймать, вы отобьете уже этого кладоискателя.
вкладах там и серебро, и золото может попадаться. Короче, хороший навык, в принципе, как для бонуса советую прокачать. Дальше, смотрите, с энтомологом разобрались. Вот этот ключик, допустим, который каждую раньперка снижает время ожидания открытия наземного сундука на 10 минут. Это он на 10 минут снижает время открытия вот этого сундука. Не советую, абсолютно не трогайте этот навык, это пустая трата свободных очков. Дальше. Обработчик снижает на 6 часов до бонуса за рыбу, отправленную на соленые садки. Это то есть, когда вы рыбу отправляете в садке в засолку, оно на 6 часов меньше. Вот тоже более-менее на 1 можете прокачать. На 1 можете прокачать, чисто ради того, что он 30 очков стоит. Нормально, 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 ребят. Но налегать, опять же, не советую. Это уже потом, потому что на засолку есть медаль. Точно так же со всеми остальными. Но ключник вообще не советую трогать. Садок, да, можете качать вместимость садка. Опять же, это на каком-то 90 плюс левеле. Дальность заброса на 1 можете прокачать. Бывает, не хватает именно этого 1 метра, конечно, на поплавок. Но для этого есть донка. Проще купить донку, ребят, чем такой херней заниматься. Дальше. Что еще хочу сказать, ребят? Хочу сказать то, что перед тем, как что-то качать вообще, поставьте себе цели в игру. Если вы с долгосрочной перспективой, то качайте бонус, конечно же. Бонус, потом чуть харизму качаете и так постепенно. За уровнем ни в коем случае не гонитесь. Не гонитесь, уровень в этой игре не главное. Это игра с АПК-системой, опять же, квестов здесь достаточно. И на вашем левеле вам всегда будет легко найти занятия или квесты. За рыбака тоже разобрались, не слушайте никого, и будет вам счастье. Учитесь думать своей головой, ребят, и, в принципе, определяйте цели. Вроде все сказал, если чего-то не сказал, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Все, всех обнял, всем спасибо за просмотр и пока.